Друзья, привет! Вашему вниманию обзор кемпера от компании UA Camper. Кемпер вот такой вот классный, выполнен в стиле американской классики. То есть это слеза, это есть классика. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот он весь классный, красивый, удобный, комфортный, легкий. Его можно тянуть любым автомобилем, легковым, джипом, неважно. То есть легковой автомобиль с мощностью там, 85-90 лошадиных сил, уже спокойно его будет тянуть, и никакого дискомфорта в езде не будет. Кемпер имеет отличную развесовку, малый вес, мягкий ход. Вот, и, в общем-то, никаких проблем ехать с ним и тянуть его любым автомобилем. Значит, здесь установлены колеса 15 радиуса. Это джиповские колеса для внедорожника. Они очень легкие, классные. Резина увеличенного размера, что позволяет ехать ему очень мягко и устойчиво на дороге. В отличие от маленьких там колесиков, эти колеса значительно лучше влияют на поведение кемпера на дороге. Сейчас я покажу, что у нас внутри в этой комплектации. Значит, здесь мы имеем две двери, правую и левую. В одной и второй двери есть люк, который открывается на проветривание. То есть он вот так открывается, и вот так это выглядит. Вот люк притонирован. Это хорошо, солнце не будет печь. Значит, заходим вовнутрь. Здесь мы видим большое спальное место. Ребят, размером 2 метра на 1,5 метра. Это размер европейской двухспальной кровати. Два взрослых вот очень-очень спокойно помещаются сюда и могут спокойно отдыхать. И между ними даже может спокойно спать ребенок до 5 лет, и всем будет комфортно. Что у нас внутри еще? У нас внутри детская полка. Полка откидная. Если она не нужна, ее можно просто поднять, и она будет поднята. Вот. А размер вообще детской полки 1500 на 600 миллиметров. То есть ребенок ростом 160 сантиметров будет себя чувствовать комфортно абсолютно на этой полке. Это будет очень удобно. Внутри у нас есть две антресоли для хранения вещей, там, постели, чего угодно. Они очень вместительные. Одна и такая же вторая. То есть глубина там 40 сантиметров. Высокая она. Защелкивается. Вот. Не будет открываться на ходу. Установлены вот такие классные петли. Это хороший производитель. Качественно все. Они не поломаются никогда. Значит так. Люк 40 на 40. С москитной сеткой. Открывается на проветривание. Вот. Вот такой классный люк. Значит, вентиляция. У нас есть одна точка вентиляции. С противоположной стороны вторая точка вентиляции. В жаркую погоду мы приоткрыли. У нас пошел сквознячок, так сказать, по салону. Надо закрыть. Закрыли. И все. Очень удобно. Они друг напротив друга. То есть продувается очень классно. Есть вот такая полка. В зоне головы, где подушки, две USB зарядки по два порта каждая, под полкой у нас выключатели света. Значит,
правый – это наружное освещение, левый – это внутреннее освещение. И с противоположной стороны точно так же. У каждого свой выключатель. Кто спит слева, того выключатель и свет слева. Кто спит справа, у того свои, соответственно, справа. Почему в кемпере удобно две двери? То есть многие делают одну дверь. Ну, это не очень удобно в плане отдыха. То есть, когда люди отдыхают, и кто-то проснулся немножко раньше и хочет выйти как бы на улицу, ну, неважно по какой там нужде, мама хочет выйти, приготовить завтрак пораньше, она открывает свою дверь, выходит и все занимается своими делами. Соответственно, папа там хочет выйти раньше на рыбалку, куда угодно, он открыл тихонечко свою дверь, вышел и пошел. Никто никого не будет, никто никому не мешает. Вот, в общем-то, это удобно, две двери. Так, ну что, от салона перейдем, пожалуй, вот в эту часть. Что же у нас здесь скрывается, посмотрим. А здесь у нас скрывается очень классная кухня. Здесь у нас кухня. Большая, комфортная, удобная кухня. На кухне есть у нас кран, мойка, 5 ящиков для хранения всего, что угодно, что вам может понадобиться в дороге, на отдыхе. Так, 5 ящичков, скорее на 3 стольки. И один ящичек выдвижной, ну, скорее для столовых приборов. То есть он такой глубокий, удобный. Здесь у нас вольтметр, включение света на кухне. Прикуриватель, регулировка яркости света на кухне и розетка 220 вольт. Да, кстати, 220 вольт мы имеем вот на 220 вольт. Вот, то есть на стоянке, на паркинге, на зонах для стоянок трейлеров, кемперов вы подключаетесь. Это горловина для залива воды, то есть открывается, заливается водичка, водичка попадает в бак. В этой комплектации бак на 50 литров, пластиковый бак, с хорошего толстого пластика, то есть бак очень классный. Дальше соседняя дверка. А здесь у нас электропитание. Здесь аккумулятор, зарядка для аккумулятора, выключатель массы, отключение 220 вольт питания. В общем, такая электрическая зона, и здесь довольно-таки много места еще для хранения каких-то дополнительных вещей. Значит, по кухне. Возможно, установка плиты стационарной, врезной. То есть она, скорее всего, ставится вот в этой зоне противоположной от умывальничка. Ну, не всегда заказчик так заказывает. Многие заказывают просто большую столешницу, а плита мобильная на газовом баллончике. То есть ее там спрятал, по надобности достал, приготовил пищу. Вот. Вот такая вот красота. Ну, и здесь вот тоже очень много места для хранения всяких вещей. Вот. Под заказ можно установить дизельный обогреватель. В кемпере будет всегда тепло, если вам нужно в холодное время путешествовать. Маркиза, багажник на крышу. Рундук в передней части кемпера, это все можно дополнительно заказать, установить. То есть при согласовании проекта под заказчика все это прописывается и все это изготавливается. В общем, вот так. Если есть вопросы, задавайте. Пишите в комментариях, нравится, не нравится. На что еще обзор нужен.